Да. Токсичный выброс 4. Fallout 4. Мы там исследовали нашу деревушку в прошлом эпизоде. Continue. Да. Вот. Нашли робота нашего. Познакомились с собачкой, которая теперь с нами ходит. Направимся в город, где, типа, должны быть люди. Так что посмотрим, посмотрим. Забавный значок, да? Да, прикольно. Так вот, идем в город. Там, видимо, мы сможем поторговать первый раз. Продать что-нибудь. Я еще тут понял, что любой мусор, который мы берем, мы его можем использовать на воркбенчах и что-то строить, мастерить, точнее. Коктейль Молотова там, например. Из стеклянных бутылок, например, молочных пустых. Все такое. Вот, ночь. Мы пса можем, кстати, отправлять исследовать что-нибудь. Типа, док. Команд, и как бы, иди туда, например. Там. Или заисследуй что-нибудь. Go check that out. И пес умный, он как бы, оп. Мы собрали что-то. Пес. Что здесь? Пойдем с нами. Эй. Давай, иди сюда. Вот, так что пойдем, ребята. В город мы пришли. Давайте, кстати, на карте посмотрим. Вот. Такой вот городец. Но это промежуточный. Перед Конкордом. Так что нам просто надо идти прямо, блин, и убивать этих дурацких комаров. Которых не очень-то просто убить. Но у них есть, во-первых, пробки откуда-то. И их кожа или что-то там. В общем, пойдем заисследуем вообще райончик. Двухэтажный дом. Ну, такой небольшой домик. Прикольная веранда. Бутылька Кока-Колы, Нюка-Колы. Сахар. Так, сахар взяли. Пойдем наверх. Блин. Там дыра в полу. Будем знать. Бобби Пин, кстати. Отмычка. Очки и красная бандана. Оцените, это мы. Сейчас мы очки оденем. Правда, мы лицо, наверное, не сможем посмотреть. Можно какое-нибудь смешное. Так, зацените. Я смешной человек. А, так вот. Можем все на лицо что-то там одеть. А, потом, наверное, все-таки джампсьют. Кольцо и очки. Мы очки можем одеть. И у нас будет персепшн 1. Хм. Шапка эндюранс. А, нет, это что надо, видимо. В общем, мы выглядим просто эпично. Я бы хотел на лицо посмотреть, но... Я не знаю, как это сделать. Ладненько. Здесь, наверное, ничего нет, кроме вот этого пива. А, это кола. Бутылка и бутылка. Ну, наверное, и все. Так, подождите, вот это что? Джет и Медекс. Хм. Такие вещи, блин, так просто валяются. В общем, не зря мы зашли в этот дом. Вот, идем дальше. Я люблю сохраняться в играх. Я не знаю, кстати, зачем. А, подождите, это Конкорд. То есть это реально тот город, куда мы собирались. А, действительно, он нереально маленький.
И здесь вот какой-то дом, где наш робот нас ждет. Так. Тут еще один дом, кстати. Но он закрыт. Видимо, туда не попасть. Ну, пойдемте заценим. Пес, он прикольный, умный. Мне, конечно, нравится. Единственное, я, знаете, что не понял, почему у нас в статистике нету классических тем, там проценты такие-то, такие-то. И столько перки есть. Ну вот, спешл наши. Может, что нажать надо, не знаю. Нифига. И Барбериан. Это то, что мы вычитали. Окей, но только перк чар я вижу и очков как таковых, там, например, отмычки юзать и прочего нету. Вот. У нас интеллект типа высокий, поэтому вот мы можем такие штуки повышать, взламывать роботов. Какой-то, не знаю, делать хай-тек модификации оружию, я так понял. Город вообще весь как бы закрыт, всюду двери. Мы могли, конечно, выломать их, наверное. Но игра этого не предусмотрела. Так что ломать мы ничего не будем. Блин, прикольно. Смотрите, какая штука. Тарелка. Летающая. Ну и пес. Крутая фотка. Что это за звук? Как будто кто-то стреляет. Часы, какая-то пленка и пейнтбраш. Пейнтбраш мы продать даже можем. Всякие прикольные штуки можно дома находить. Картошку быстрого приготовления. Я, кстати, не знаю, что это крем. Что это такое? Капстэш, 17 пробок нашли. Реально темно, кстати, ночью. В этой игре. Ну и вообще в жизни, конечно. Опа, бандана. Так, ладно, пес. Здесь мы завершили. Туда вот можно, наверное, сходить. Кстати, вот так целиться можно. Что будет, если нажму правую кнопку с пистолетом? Ага. Он будет дубасить. Вот так-то. Ладно. Эти штуки, они так сделаны, как будто здесь война была. Реально, наверное, была война. Там вот костер, кстати. Тут, наверное, реально была война. И между всякими там мародерами и нормальными людьми, к примеру. Нам, скорее всего, вот туда надо идти. Ну, блин, я так люблю исследовать. Просто не представляете. Кстати, прикольная там часовня какая-то. Ладно, мы можем пройтись. Так, в радиацию мы не пойдем. А вот там реально город какой-то. Блин, здесь еще... Как будто кто-то... Там война. Приколитесь. Там как бы война. Это прикольно. Это интересно. Я даже не знаю, по дочерней улице идти или по главной. Давайте по главной, чтобы ничего не пропустить прикольного. Нюка-кола.
Это что? Сизарс? Так, что? Это кто? Кто там орал? Я думаю, здесь добрые люди должны быть. Бля, чуваки. Это рейдер. Прикиньте. Это рейдер. Давайте хедшот. Эй, си, чё, в торс добавим. Это так прикольно, вот это меню все, это, ну, классическое. Fallout. Ой. Ну, пёс умный, конечно. Зацените, что у него есть. Тут шапка. Какая-то куртка. И нож. Нож — это прикольно. Мы его можем использовать. В оружии. Что круче, палка? Палка, конечно, поприкольней. Но у нас что есть? У нас есть... Во-первых... Не понял я. А, вот, на руку какая-то хрень. Платье, не, платье нам не интересно. А, ну ладно, бандана у нас и как бы одета. Что такое? Ого. Ну окей, джампсьют все же оставим. Это рейдер. Это значит, что он нападает на город, в общем-то, я так понял. Кстати, зацените, какие здесь боеприпасы, но... Ну, не особо боеприпасы. Чё, пойдем в город или чё? Ой. Я зашел, и какая-то заставка. Страшно. Подожди, это наш робот? Нет, это не наш робот. Ага. Вы, кстати, зацените, там что-то есть. Где мы еще на карте? Окей, мы типа исследуем. Ладно. Пес Барбос, Бобби Пин, Джет, костюм. Пиво, сигарета, сигарета, продадим где-нибудь. Сизерс, даже не знаю. Бир, камера, сейф. О, блин, цените что? Ой, как тут? Да. Так. Сейф, мы хотим сейф заценить. Окей, сюткейс, сейф. Lock's really strong. То есть мы не готовы к такому повороту событий. Вниз не пойдем, наверное. Комната. Не знаю, что за это, конечно. Дверью. Всякое может быть. Commonwealth. А, то есть это наружу. Да? Да. Окей. Значит, доисследуем здесь. Двери эти. Это закрыто. Открыто. Что-то мак и чиз и этот. Шаттерс. Открыть. Темно. Тут я... Не, ну я уже, конечно, еще раз говорил, что тут явно кто-то живет. Там никто не жив. Ой, бля.
Пардоньте, я из дома вышел. Я хотел еще в подвал сходить. Согласитесь, интересно. Ща. Извиняюсь. Что ты... Так. Где? Пес что-то нашел. Пес ты где? Ёптель. Нихера себе страшно. Ну это жесть. Мачете. Мачете. Это еще кто? Ну, пипец. За то, что у нас есть мачете. Где оно? Ой, weapon. Да, это крутое оружие. По идее. Ну а security батон мы сюда втыкнем. То есть если мы разок сюда нажмем, мачете. А если сюда нажмем пистолет. А, Day Tripper. Бля, что? Ну возьмем. Тут говорили, что воду можно пить. Мы взяли череп чей-то. Пипец. Ну это просто что-то жесть. Я взял какую-то энергетическую хрень. Бобби Пин это важно. Запомните мои слова. Потому что отмычки непросто находить. Блин, так все заброшено. Неужели никто не исследовал эти дома? У нас вот там жизнь, кстати, постепенно как-то уменьшается. Мне интересно, как это пофиксить. Ну здесь чисто ничего нет. Какая холодильник. О, дактейп. И флиплайтер. Качество. У нас куча зажигалок уже. Что это? А, пиллоу, подушка. Экономический вандерглю. Клей. Дактейп. Knife Kitchen возьмем и в ренч. Я даже не знаю, давайте возьмем. Oil can. Газ. Канистра, точнее. Не знаю, целая или нет. Ну ладно, здесь, наверное, все. Ну а все, на улицу можно возвращаться. Пойдемте посмотрим. Так, ну дом. Мне кажется, здесь нету добра. Пес что-то нашел. Манекены мрачные. Вот нам вот. I've got a group of settlers inside. The raiders are almost through the door. Grab that laser musket and help us, please. Что, бля? О чем попросил-то? Ща опыт сначала наберу. Ну давайте посмотрим. Так, ну это все наше, по классике. Плюс это от очков наших, что? Ладно, level up.
Так вот, теперь мы можем всякую такую фигню, я полагаю, исследовать. Плюс увеличивать все вот основное. А, интеллигенция. По идее, мы можем вот все вот это развивать. Ну вот я не знаю, может такое что-нибудь, чтобы взламывать терминалы различные. Вот это, наверное, полезный скилл. Интеллект. Левел 23. В общем, может, нам потом уже покажут эти проценты всякие. To base level and rank 1 high-tech mods. В общем, роботов можно взламывать. Вот может такое развить. Ну, это, кстати, наверное, прикольно, роботами там управлять по-разному. Знает что? Ну, не знаю. Вот, наверное, роботов было бы интересно заисследовать. Мне так кажется. Хотя вы можете против быть. А, и еще я хотел. Вот, новый квест. Это здесь. Optional. Take a laser мушкет. Взять мушкет и войти в музей. А здесь что? Show summary. Group of people of freedom and concord. Короче, надо. А, опционально это взять мушкет этот. А в музее это первоочередное. А где мушкет-то? Вот это чё? Enter the museum. И все? Может здесь что отмечено? Это Enter the Museum, Take the Laser. Ага. А я где? А, вот я. Лазер где-то тут. Окей. Ну, окей. Я это сделаю. У меня опять уровень, кстати, повысился. Я лазер взял. Лазерный мушкет. Давайте заценим его силу. Ну, он очень крутой. Рейндж просто гигантский по сравнению с пистолетом. Ну, хотя не сильно. Дэмэдж. Стоит он, конечно, дешево. Так что не знаю. Пайп-пистол мы вряд ли будем юзать, так что. А, и еще. У нас перк-чарт. А, у нас интеллект, кстати. Подождите. 10, может быть. И чё? Ну, может опять его взять, чтобы типа опыт сильно набирать? Я даже не знаю. Хотя 9 и так уже дофига. Но это ничего нам особо не дает. Я предлагаю, конечно, интеллект. Да. А, его нельзя.
Я не могу, у меня нету очков, которые я могу засайнить. Печаль. Я думал, мне за новый уровень это дали очочки. Пистолет нам нравится. Кого тут пришить надо? Блин, ладно, пойдем в музей. Видимо... А, ну вот. Шапка и аутфит. Извини, чувак. Извини. Ну, кстати, во. Во. Это интересно. Шотганчик. Я хотел посмотреть шапку. В общем, у нас бандана. Какая-то вот такая шапка. А, еще у нас аутфит есть. Какой-то крутой. Но не особо крутой, если честно. Ну вот, шапка такая есть. А сейчас мы носим вот такую. Наша круче, мне кажется. Она выглядит эпично. Если вы еще помните, как мы выглядим. Йоши. Ой, точнее, пес. Пойдемте в музей. Музей — это интересно. В музее должны быть люди, полагаю. Так, что? Трейдер. Это еще один. Пес, не парься, пускай стреляют. Вот это жесть страшно. Ну, это прикольно выглядит. Вкалитесь, психоз такой. У них есть пистолеты, правда, игрушечные. Пес сошел с ума, он манекена сбивает. А, здорово. Так, женщина. Вы слишком агрессивны. А что здесь есть? Ничего нету. Какие-то ящики. Извиняй, женщина, я тебя раздел. Здесь нифига нету. Да, прикольно. А чё? А, вон там эти, смотрите. Куда они стреляют? Ну, отсюда, конечно, можно туда попробовать. О, прям в руку. А он нас не просёк, я так полагаю. Ну, окей. Ну не, это без шансов. Чё ты орёшь, пёс?
Пес, не ори. Чё? Кого она стреляет? Пес. А где тетка? А здесь что? О, бля. Хедшот, плиз. Я все собираю, как вы заметили. Ну, мы типа спецназ. Пёс просто царь. Ах ты гад! На, вот тебе ещё хедшот. В общем, это кто? Я вообще красив. Я собираю все. Пистолет. Какую-то винтовку взял. Холдо релиз, ага, окей. Ну я это, неплохо, кстати. Apples. А, это чё? Скул, череп. Нахер. Ну здесь не особо. Чё нам оставили? Окей. Видимо, туда идти надо, к той занятой женщине. Здрасте. Man, I don't know who you are, but your time is impeccable. Preston Garber, Commonwealth Minuteman. Minuteman, passing through. You owe me. Glad to help. Glad to help. Well, if that's true, we could use some more goodwill. As you can see, we're in a bit of a mess here. Da. Nope. Who are these people? Just folks looking for a new home. Я выгляжу эпично, кстати, зацените. I've been with them since Quincy. Lexington looked good for a while, but the ghouls drove us out there. A month ago, there were 20 of us. Yesterday, there were 8. Now we're 5. It's just me, the Longs, Marcy and June,
That's old Mama Murphy on the couch. And this here is Sturgis. Hey. It's a cruel world. You think I don't know that? The things I've seen. Оцените, как я выгляжу? У меня есть повязка, очки нелепые, еще шапка нелепая, шляпа. Мы скрываем свое страшненькое лицо. Let's hear it. Sturgis, tell him. There's a crashed vertebrate up on the roof. Old school, pre-war. You might have seen it. Well, looks like one of its passengers left behind a seriously sweet goodie. We're talking a full suit of Cherry T-45 power armor. Military issue. В общем, там упал самлик, и там куча всего прикольного. What makes that power armor so special? A Westech internalized servo system, that's what. У него зависит текст, кстати. Inside that baby, super is the new normal. You'll be stronger, tougher, resistant to rads, and get the suit. You can rip the minigun right off the vertibird. Do that, and those raiders get an express ticket to hell. Это мы знаем. Миниган? Ну, чисто, если вы текст понимаете, потому что субтитры зависли. Don't see why not. It'll have a manual trigger. Just aim it at the bad guys and do the old spray and pray. Now, as for the armor, it's out of juice. Probably has been for 100 years. Can be powered up again. But we're a bit stuck. Uh-huh. So, what's the solution? What you'll need is an old pre-war FC. A standardized fusion core. Your high-grade, long-term nuclear battery used by the military and some companies way back when. And we know right where to find one. But we can't get to the damn thing. It's down in the basement, locked behind a security gate. Look, I fix stuff. I tinker. Bypassing security ain't exactly my forte. You could give it a shot. Okay. Can't be too hard. Они предлагают нам сделку. За каким-то двигателем энергетическим. Или батарейкой. В общем, дополнительный квест наш. Кстати, давайте заценим. О, Data. Unlock the security gate. А, ну это мы сделали. Ну, кстати, робота нашего потеряли. В общем, мы изучили там скилл какой-то. Тут, если что-то брать у них со стола, они будут злиться. Make it quick. They mask for another attack. Hey, Sturgis. Wanna try? You can't do any worse than me. Mama Murphy. Now look who dog meat brought to us. Я пытаюсь у них найти что-нибудь полезное. You okay? We need help, and we get a vault dweller. What are you going to do in that stupid jumpsuit? Bleed to death? А ты что сидишь, мистер? There we go. Perception has been permanently increased by one. Это охеренно крутая вещь. Если такие штуки находишь, просто твои основные статистики увеличиваются. Это реально круто. Картина, кстати, какая-то. Так, в общем, мне это идти надо. К каким-то вратам и там что-то забрать. Commonwealth. Я на выход, я полагаю. На выход и вот сюда. Куда? Ладно. Чуваки. А ты чё? Комп, кстати.
можно взломать. If you want to go out this thing, be my guest. I know it can open that gate. А, подожди, то есть надо взломать теперь. Блин, я забыл, как это решается, но нам сейчас, наверное, расскажут. Тут надо какие-то слова искать. Potential password выбрать. Нажать крестик. Если выбрали неправильно, количество букв, которые соответствуют реальному паролю. А, именно позиция и сама буква будут отображены на экране. Цените прикол? То есть здесь реально подхачивать можно прикольно очень. Эй. Две эй, например, вторых есть. И... S дофига на конце, конечно. Likeness zero, то есть не S на конце 100%. И это, скорее всего, empty тогда. Либо brute. Один. Ну все, понятно, это brute, потому что T в одном месте. Yes. Вот такая штука. Давайте сначала почитаем. Ага. Ну, это просто лог. В общем, да, они там могли потерять музей, будучи неосторожными. Какие-то благодарности там. Меган Хейс. Я так напугана. Все видели эти вспышки и убежали. Мы тоже. А он только что оставил меня здесь. Вот придурок, мистер Нэш. В общем, прилетели эти вертолеты армейские. Ай, Массачусетс была в прошлом месяце. Никого не знаю, что делать. В общем, она напугана очень. Теперь мы можем открыть. Теперь Geta Fusion Core надо сделать, взять... двигатель. Hey, Sturgis. Man, I knew you'd be able to hack that thing. Само собой. Да проще некуда. Hey. Like it or not, we're all counting on you. Ну, вы, конечно, намного не рассчитываете. Уж не надо так сильно на меня давить. Но мы с псом поможем вам. Я полагаю, нам надо идти вниз куда-нибудь. А, сюда не надо. Сюда. Это что такое? Jet Mentals. Хм, я пропустил. Что-то написано. America's Freedom Fighters. Окей, окей. Американцы. Они такие... Здесь я ничего не пропустил. Ах, куда мы идем? Туда, да? Ну, типа, да. Я полагаю. Long Johns. Я думаю, что нам нужно немножко это поднавести порядок тут. Разобраться. Чё одеть? Survivor outfit. Это платье. С
Suck hooden straps. О, правая рука. Левая рука. Далее. А куда это вешается? Шляпа. Но мы не будем одевать всякое говно. Assault gas mask. Во, цените. А, блин. А, у нас все снялось. Отстой. Все наши шапки и прочее. Это не прикольно. Вот это говно, конечно. Надо выкинуть что-нибудь. Но, блин. Ну, конечно же, шляпа. Она такая прикольная. И там еще на лицо бандану. А выкинуть нам что-то действительно надо, вот. Даже не знаю, что. Вот мы отсортировали по этой по тяжелости по весу. Здесь ничего нету. Тоже ничего не весит. Там мусор. Ну, как бы тоже ничего особо. Вот само. Ну, я полагаю, у нас куча оружия левого всякого. Range accuracy, value, weight. Фу, шутган. Такие дробовики. Рифл даже есть. Такое, конечно, выкидывать не хочется. Не хочется. Инвентарь. Инвентарь заполнен, конечно, всяким говном. Ну, одну эту мы можем выкинуть, конечно. Ну, блин. Я даже не знаю, что выкинуть на самом деле. Ну, вот, типа, менее ценная. Пистолет. $32 такая штука стоит. Я вообще не понимаю, на самом деле. Каким образом у нас перегруз? У нас куча пива всякого, всякого дерьма. Ясно. Например, у нас вон куча пива такого. Какая-то бутылка там, прочее. Понятно. В общем, всяких мелочей много и... Поэтому... Ну, что это? Флаг американский. Да. Короче. Что здесь? Upper school. Это нож. Это чё? Ага. А это чё? Здесь.
Advanced Unlock. Won't be able to pick this. То есть я не могу пока что это сделать. В общем, я здесь открыл. Здесь пусто. В дартс, кстати, можно поиграть. Ну и... Собственно, терминал, кстати, есть. Который нам придется сейчас взламывать. Потому что мы не можем двери взломать. Ну нет, можем. Но я хочу еще и этот подхачить. Чем больше терминалов мы сломаем, тем лучше. Ох. Короче, Peace. Alien. Heaven. Клин. Alien. В общем, ничего в этих позициях. Peace, вероятно, может быть. Ну вот, Loyal, может быть. Не Moved. Не Blade. Broke, может быть. Нет. Значит, видимо, Peace. Нет, Peace не подходит. Heaven. Рай. Нет. N на конце. Значит, Loyal. Loyal. Ну, я типа открыл. Ну, и мы зашли в эту штуку, Fusion Core. Ну, он теперь наш. Тут, кстати, где-то Power Armor есть, но это, видимо, там, сверху. Здесь что ли? Так, подождите. Я вообще где? Я здесь не был. Или был? Нет, не был. Патроны. Второй этаж. Ну ладно. Мне выше надо, я полагаю. Кстати, зацените. А, это эти, блин. Пипец, они на людей, конечно, похожи. Нам еще выше надо. Я не помню, как туда попасть. Через какую-то комнату, вероятно. Здесь как-то так. Здрасте. Make it quick. They mask for another attack. I won't be able to hold them. Hey, Sturgis. Look at you. Bonafide computer genius. Бля, я не туда пошел. Или туда. Где-то здесь. А, во. Ну ясно. Это где-то на улице. Я думаю, продолжим мы в следующей серии. А сейчас мы сохранимся. Ну и, конечно, нам надо шматья продать. Чё-то там и насобирали всякого странного. Единственное, было бы клёво, какой-нибудь сундучок. О, зацените. Вот это кайф. Это реально круто. Сигарет
Ой, пардоньте. Капс стэш. Дактейп, фьюз. Голд флип лайтер. Блин, вы прикиньте, какая штука прикольная. Может, здесь что есть? Здесь явно что-то есть. О, кстати, машина. Блядь. Там что-то экшен. Торсо? Интер. Ну, ребята. Как бы... Чё, поехали? Нифига себе. Вот это прикол. Ну, это новая система, и мы продолжим чуть позже. Это круто. Это реально круто. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.